Привет. Сегодня у нас уточка. Уточка местного производства. Весит она около 2 килограмм. Готовые к запеканию, уже замаринованные и фаршированные. Духовка уже разогревается. Сейчас мы ее выложим. Запекать будем при температуре 180 градусов 2 часа. А яблочки будешь добавлять? А яблоки там должны быть. Ну, а с табаком не надо? Ты надо или не надо? Нет, не надо. И я их положу через час. Ну, ладно. Все уходит в печиво. Делал часов. По-моему, 160 градусов. В котором яблочки пропитаются. Так, наша задача ее полить. А яблоками пахнет тоже. Не знаю, как в Москве. В Москве в продаже уток я не видела в магазинах. Здесь стоит килограмм утки 11 злотых. Это 220 рублей. Да. Так. Так. Пойдем есть. Красивая. Ну все, ставим еще на 30 минут. И потом еще будем поливать. Все. Чистку. А, какой запах! Ай, блин! Страшно. Страшный запах! Сейчас я открою водки и брызну в кастрюлю, чтобы запах был еще круче. Чего там? Ну, как им было? 170.
Я думаю, можно попробовать проколоть ее. Ну, вообще сырая еще. И я даже не знаю, наверное, еще час будет готовиться. Бардак. Так. Поливаем. Будет сочный, будет вкусный. Ты заклинаешь, вы произносишь? Ну, а как же? Блин, когда утку не готовила? Чего никогда? Никогда утку не делала. Не делала утку. Не, ну не крякать, это то хорошо еще. Так, ну что? Я так думаю, что это будет еще час. Проверяем? Проверяем. Ну что, сколько прошло еще? Еще 30 минут. Я отцу уже вижу, что начал появляться румянец. Ну, потому что здесь не закрыт кусок. Может, ее не закрывать будет? Это потом. Да, нам да, сначала, да. Чтобы... Да я же не шарю, ну что ты. Мой. Хотя вот эти вот уже покраснели так неплохо. Она еще красная. Блин, 2 часа прошло. Ну все, еще 30 минут. Еще 30 минут. Что с пациентом? Ой-ой-ой, какая уже румяная-то. Блин, сколько жира. Его надо откачивать. Несите компрессор. Нам же прокалывается. Надо же. Крови нет. И ноги мягкие. Что, пора яблочки? Да. Так вот здесь вот самое толстое место. Ну-ка. Ну, все.
все. Мелкие, красные, вкусные. Тщательно отобранные. Тщательно отобранные. Лично мной со знакомого дерева. Дерево зовут не Игорь. Нет. Он просил не афишировать его имя. Такие стучат. Да вообще суперские яблоки. Для сравнения, обычные яблоки и вкусные яблоки. Но это не райки. Потому что они вот сейчас созрели, а сейчас ноябрь месяц. Даже не знаю, резать эти вот пополам. Не надо. Точно? Точно. А зачем хвалить рожу? Не румяная будет. Нет, пока. Ну, ты, наверное, просто поцарапал фольгу. Все, наверное, будет умеется. Гарнир у нас гречка. Каша гречана. 20 минут готовки. Поставим воду. Сейчас посолю. Так, а пока посмотрим, что у нас с суткой. С пациентом. Поставлю еще чуть-чуть. А в принципе она хороша. Да. Ну, пусть еще будет хрустящая. Я надеюсь, она будет сейчас увеличила. Ну, видно, что она еще не совсем сгорела. Мы уже полопались. И жиром напитались. Угу. Ну как, красотища. Да. Увеличиваю огонь. Все. Тут же можешь показать, что здесь. Так, купили зелень с свежими овощами. Обошлось это 10 злотых. 10 злотых, это у нас 200 рублей. Все, сейчас делаем нарезку и будет замечательно.
подается куча разных приправ, очень интересные. Содержимое высыпаешь в какую-нибудь емкость, добавляешь туда 3 ложки воды, 3 ложки растительного масла, дать постоять полчаса или 20 минут. И готова приправа, вообще ароматная, вкусная, сил никаких нет. Все, пора закладывать гречку. В соленой воде гречку готовим 20 минут. Все, сейчас поставлю таймер. Утки. Вместе с уткой попробуем еще и водку. Соплица. Пиглава. Айва. К сожалению, сегодня воскресенье. Не нашли работающий магазин с нормальной айвой 40-градусной. Поэтому будем хлестать 30-градусную. Что нашли? Но айвовая, с кислинкой, ай, такая вся из себя. Уточки, уточка с яблочками. Уточек у нас премьера. Господи, дожили до таких лет первый раз утку. Не, свою. Ну, какую свою? Нет, сами, в домашних условиях. Не бегала? Может, тебя не бегало? Ели, конечно, в всяких кафешках. А сами не делали. Прошу, пани. Дякую, барза. Не мазаться. Ну, как же не мазаться? Вещи. А теперь закусить уточкой. Шикарно. Меня интересуют эти мелкие яблочки. Блин. Прям вкусно. Обалденно. Я понимаю, почему эти мелкие яблочки сажают около магазинов, где продают эти утки. Надо взять утку готовую, ну не готовую, а подготовленную к жарке, маринованную, нашпигованную яблочками, потом выйти нарвать вот таких яблочек. Яблочек нарвать, прийти домой,
взять с собой водочки айовой. И так это вкусно. Черт. Мне кажется, он даже лучше. Вообще. Тут лишний раз убеждаемся, что продукты тут пипец какие вкусные. Продукты тут изумительные. Волшебные продукты. Было написано, что она замаринованная в специях и зашнурованная яблоками. Она так и оказалась. Да. А если бы в Путинленде было написано зафаршированная, то, скорее всего, она в каких-то химикатах была бы вымочена просто. Тухленькая. Тухленькая. Химика. Ну а да. Может быть, и нет. А замаринована, потому что... чтобы не пахло. Да. Ну, как шаурма, как шаурма. Да. Ну, давай, после первой, тем более 30 градусов. Водка идет как, ну, крепкий компот. Да, легкий алкоголь. Легкий алкоголь, хотя 30 оборотов. Дури своей хватает. Да, дури своей хватает. Для запаха. Ваше здоровье. Водочка. Ниточка. Так, грязь, крачка. 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 С яблоком. Фу. Крачка. И яблочко. Вообще вкусно. Невероятно. Неимоверно. Как ты яблочко смерти? Наму. В следующий раз надо будет сделать как написано. Этот жир. Используем для приготовления соуса апельсинового. Я представляю, как будет вкусненько. Ничего апельсинового, оно же с яблоком. Оттеняет мясо, вкус мяса. Или апельсиновый, или хлеба. Ну, блин, для этого нужно еще кунштайк еще купить. Например, крахмал. Тебе нужна ложка крахмала, а придется брать вот пачку. Тогда готовить, пока не захочется. Что делать? Теперь открывать. Да. Блин. Ее даже есть жалко. Ну как в смысле? Ей наслаждаться надо. А посему положу я уточку вот сюда в гречечку. Нет, положу уточку. Мне кажется, она где пожирнее. Намного мягче, сочнее. И... чем была раньше, когда живая? Нет, которую раньше ели. А какую мы раньше ели? Пекинскую, вьетнамскую, вот эту вот. Ну, разные вещи, что? Но, хотя, водочка, она по вкусу обалденная. То есть она от 40-градусной ничем не отличается по вкусу. Не только оборотами, а та тоже 40 также влетает, как компотик. Ну, водка это же польское изобретение.
материал по водке собирается. Не очень активно, как... Не знаю, как сказать, хотелось бы, не хотелось бы. Да. Но не бухать же постоянно. Вот. Но тем не менее, дегустация проводится, да. Дегустация идет. Ну, господа. Яблоки. Чуть-чуть вяжущие были, когда на дереве росли. На утке. Сырые? Сырые. Что за сорт, неизвестно. Ты же задавал вопросы. Да, никто не знает. Ну, значит, нету этих... информация. Вот. Яблоки вообще обалденные. Вот кому-то не нравятся они, кое-кому. Одной персоне. Особе. Вот, а мне прям нравится. Такие вот они сейчас к зиме. С медовым привкусом. Чуть-чуть их температурой поджало. Вот, и стали они обалдительные вообще. А, так вот. И вот та вяжущийся уже. Да, польский еще не выучил, а русский забыл уже. Вот. Она ушла. Приготовки. Пропитались они жиром. Вот получается сейчас кусочек вот уточки. И чтобы от большого куска яблоко не кусать, специально маленькое яблочко. Ой. Ты попробуй тут, который внутри был. Ай, все, сейчас попробую. У нас еще есть много утки. Но мы ее сами сожжем. Не, надо пожелать нашим зрителям, чтобы у них время от времени была такая же и вкусная. Вообще, не время от времени. Валите сюда. У вас будет постоянно вкусная утка. С маленькими вкусными яблочками. И с большими. Кому какие нравятся. Хорошие тоже. А это вот, которые внутри были, они очень сладкие. Это вот, наверное, хорошо. Они утку напитали. И тут разве внутри были? То, что я тебе дала, это точно внутри. Вот это вот не уверена. Я вот это съел. И вот этот съел. Да? Да, вот внутри еще вот это вот было. А это рядом. Вообще волшебная штука, за это надо выпить. Который сбрасывает с кости. Там Буратино будет прятаться. Ну, за вас, дорогие товарищи. Да. За нас, за вас. Да, и за ананас. А за спецназ? За спец вас. По спецзаказу. По-другому забариную. Делаю сама. Мне вот это вот не очень нравится. Зачем? Блин, такую вкусноту продают. Надо больше перца.
и больше пряностей. Ну, она какая-то бедная на пряности. Отлично. И перца не хватает, это точно. Или тогда соус. Хороший перец, перец нормально, все. Все супер, не слушайте ее. Но хоть это и креплёный компот, все равно вот как-то голову дает. Да? Наверное, мало еды. А жалко, хрусталь есть. Пропадает вот, вот этот букет. Водочка, уточка и яблочко. Вот это вот, как вот, что-то вот одно выкинуть отсюда, и будет скудно. Да. Качка. 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 Единственное, что долго готовится. Да? Ну и что, а что теперь? 2.5 часа. Кто понял жизнь, тот не спешит. Станем панством. Так тебя уже панивают, Оля зовут. Ольга. Ольга. Ну это может тебя слышать? Блять, не могу я ее без водки пить. Есть. Есть, пить. Такая память, что ли? Нет. Вот я же объяснил. Да. Что, ты уже налил, что ли? Да. Надо выпить. Я смотрю, тебе уже не нужно подгонять. Нет. Она обычно говорит, наливай, что сидишь. Все уже спят, а она меня ответит. Термашит, короче, выливай, что сидишь, вырежем. Господа. Панове. Панове. Не, панство, шановне панство. Так. Так, так есть. Надо будет еще по-польски выучить простой тост. А, за здравие. За здравие. За жичи. За дичи. Дечко. Детско. Детско. И уточка и вдогоночку. И жирным яблочком. Волшебство. Вкусы вообще на перье. Я не знаю, это бесподобно. Так, к Новому году фаршированного поросенка, надо сказать, будет. Да ты с ума сошел. Надеюсь, мы овладеем в нормальной степени языком. Своим? Каким своим? Он будет нашим, конечно. А, ты имеешь в виду? Да. А, я думал, как частью тела просто. Нет. Ну, вот. Мешайте. Арендуем какой-нибудь кусок земли, поставим там мангал и сделаем плов. Вот это грубая пища. Я бы сказала, даже не грубая, звериная. Звериная пища, вот это вот. Но лучше она... вот крачку. Это не крачка, это качка. Качку, качку. Оля, бетульки. Кстати, рюмка вот. Я ездила туда-сюда. Недавно пришла в посылке из Москвы. Вот, да. Вот эта вот рюмка пришла с посылкой из Москвы. На рюмке польский орел. Такая вся тоненькая, легенькая, изящная. Вот.
Чешский хрусталь потом купим. Да нафиг он нужен, чешский хрусталь. А эту рюмку мы купили 9 лет назад в Варшаве. Вот. И отвезли ее в Москву. И вот она пришла обратно. Домой вернулась. Что ж, довольная сейчас стоит, ржет тут, говорит. Здорово, земля. Да, я говорю, давно, говорит, в меня не наливали, говорит, польской водочки. А то все какой-то суррогат. Говнище. Говнище, натуральное говнище. А сейчас она довольная. За нашу водку вот нормальную надо выложить, я не знаю, пол зарплаты со слезами отдать. Короче, тут водка за 400 рублей стоит, то есть не стоит, а качество водки за 400 рублей примерно такое же, как у нас за полтора. Ну, может, побольше. 400, ну. 400, ну, 200, сколько? 20 злотых. 24. 24. Ну, 480 рублей. Да. Ну. Так и есть. Так и есть. Ну, я же тебе говорю. Ну, не только и... Вот качество такое же. Которое мы скупали... 32, да. Айвовая была. Там 40 градусов и стоил 32 злотых. Это 640 рублей. Вот насчет того, что здесь продается, ребятульки, подскажите, пожалуйста, стоит ли делать ролики про магазины с ценами, там, со всей этой вот канителью? Или можешь что-то интересное поискать среди... Ну, может быть, да, что-то по товарам поискать. Потому что вот так вот огульно магазины освещать, ну что, они везде одинаковые, они везде одинаковые. А, это во-первых. Во-вторых, вот эти вот магазины сетевые, блин, их только, наверное, самый ленивый не освещал. Да они даже по нескольку раз эту тему поднимают. По нескольку раз, да, там, блин, что изменилось-то? Мы купили вот эту корзинку с продуктами, да, вот да, давайте да. Там перечисляем. Вот, потому что что? А, потому что, блин, ну, каждый имеет свою корзину потребления. Да. Кто-то привык есть вот ту вещь, которую я в рот не возьму. Какую-то, как-то что-то нравится мне, а кто-то там... скажут, фу, какая гадость. То есть, можем выделить из этой вот всего, что интересно, ну, например, да. Если для нас. Если напишите, там, мы сделаем там, какую-то там подборочку, выборочку. Там. Да, но на это надо время, естественно. На это время надо, ну и прочее. А вот так, то, что вот, ну, Ашан, он и Ашан. А, ассортимент, да, ну, тут гораздо больше. Цены... Здесь цены разные. Вот. Но Ашан, как правило, торгует местной, скажем так, продукцией. Производство. То есть, да, если этот Ашан в Путинленде, то он торгует, да, путинлендовским говном. Если Ашан в другой стране, он торгует... Это французское, да? Ашан, да. Но Ашан это больше, это же как бы управление... торговли, там, менеджментом, там, ну, вся эта хрень. Они же сами не производят ничего. Ну, естественно. Ну, естественно. Поэтому они вот торгуют в основном местным. Местное здесь пипец какое вкусное все. То есть, ну вот, купил я там доширак, да, вот он тут столько стоит, а в Путинленде он столько стоит. По-другому. Да, вам это надо? Я думаю, нет. То есть, ну, напишите и все. Например, творог. Он в Калхлынде, он стоит даже дешевле, но как бы фермерский. Он запаянный.
вкус одинаковый, я бы сказала. Я, конечно, не такой уж прямо крутой специалист. Он прикольный творог. Да все мы обычные люди. Купил, да. И здесь я с удовольствием покупаю сметану даже, которая вот там вот не задумываюсь, хожу мимо. Вот. То есть, вот, грубо говоря, если мы там в свои года отрастили себе какие-то привычки, да, привыкли питаться какой-то там снеданием каким-то там. То есть, ну и корзина у нас соответствующая. Я не буду покупать там картошку какую-то там из бомж-пакетов, еще что-то. То есть, ну вот я вот, хоть меня убей, я не знаю, сколько это в России стоит. Сейчас, тем более, там. В Путинленде. Вот. А сколько здесь стоит? Я зачем мне это все следить? Все равно. Поэтому, кому еще интересно, спрашивайте. Вон есть у меня чат в Телеграме. Можно там, можно под видео. Все же любят там говорить, подписывайтесь, там ставьте лайк, там пишите комментарии, еще что-то там, да, стали уже. Вот. Поэтому на всех перекрестках писать. Да. На заборе комментарии. Из трех букв. Хватит. Штей. Три буквы. Ну ладно, пять. Курва. Я не к тебе. Я знаю, что мне не нравится это. Почему? Что-то за ругань такая. Ну давай на. Может еще дорезать мясо? Конечно. Ты что? Я так и знала. Водка еще есть. Мяса уже нет. Да. Вот я тебе поэтому и говорил, просто так. Зачем есть? Надо вот. Господи, мы голодные, мы едим. Ну это вы голодные. А мы вон. Вот такая вот штука есть, нашел. Мешанка. Ну, да, не то чтобы нравится, но прикольно. Изюмчик, орешки. 400 грамм. А, сколько? 300 рублей, грубо говоря. Я не знаю, вот, например, блядь, дорого это или дешево. Я это не знаю. Это мне нравится, я это покупаю. Короче, мы с вами договорились. Давайте да. За вас. Вы у меня люди понятливые. Посидим. А шпленки не хватит. О, нам опять кто-то принес утку. Продолжим. Почему? Кто-то? Ну, потому что не знаю, мы сидим, едим. Раз, утка появилась. Монтаж? Монтаж. Так, идите, поиграйте. Ой. Ужас, как они появляются. Мне все понравилось. Много и попробовала, но все. Ну так вот. Типа, дошиби, бродяга. Ну, господа, за вас. Как
как там эти чудики говорят, подписывайте, ставьте лайки, давай. Дизлайки. Что еще? Палец вверх. А, комментарии, палец вверх, там, не знаю, какие средние. Какие хотите. Просит. Что? Эх. Все равно странная у них водка, да? Водка, не водка. Кто сказал, что должно быть 40 градусов? Вот и о том же. Неизвестно. Почему здесь вот 30-38 косточку берешь, и мясо там остается. На месте. От косточки отделяется. Ну, может, оно и плохо, что когда продукты постоянно хорошие. Это наверное, нравится, можно. К этому привыкаешь, потом перестаешь замечать. Как вы думаете? Постоянно есть не пойми чего, потом куда-то выбраться в отпуск и попробовать там нормальные настоящие продукты. А потом закидаться там летками, не зима. Ну да. Грустно. Что этот плешивый кретин делает, это вообще грустно. С людьми. А их много. Да. И большинство из них ему в харю смотрят и вроде как верят. Ну, в харю, в рот. Ну, в рот. В его паршивый рот. Мы не будем о политике. Не, ну мы же про грусть начали. Ты вот самое главное. Как называется, что-то там. Не ностальгируй. Ты чё? Чего это? Ностальгируй-то. Так. В общем, ребятульки, как делать местную утку с яблоками, мы вам показали. И она получается прикольная. Она получается очень прикольная. Даже не нужно каких-то знаний иметь и навыков. Вообще вот просто взял и сделал. Да. Фу. Чпок. Вот. Спасибо за участие в нашей жизни. Внимание. Не подписывайтесь, лайки не ставьте, короче. Вот. Но все равно спасибо, что смотрите. Пока. А мы будем утку доедать.